едет-то? Пацаны едут. Нормально. Да, блин, на многих лужах лед, блин. Я так не прикольно еще завалился, пальчик болит. Ну да ладно. Че, по карьерчику прокатимся? Покатушка на чиндалаз. Но там некоторые моменты были упущены. Вот сейчас будем восстанавливать, так сказать. Сейчас буду восстанавливать того, чего у меня не было. Про чиндалаз. Как по речке мы ехали. Thank you.
мы тогда ехали. О, нормально. Поехали. Что-то этого я не смог. Сначала приехали сюда, поехали туда. Это когда обратно мы ехали. А так нам по речке ехать. Ну правильно, потому что тогда мы пытались уехать домой, мы выехали сюда, поняли то, что это обратно к Чиндалазу и поехали по речке. Может, так поедем? Может, так по речке не поедем, вот так поедем? Поехали. Мы тогда здесь стояли тогда, по ночи. Я помню, помню. Все, здесь попробуем, навигатор показывает прям дорогу тоже. Поехали?
сюда приезжали, когда да, это... Да, там могила какая-то. Да, да. Здесь делать некуда, надо обратно ехать. Он где-то туда, туда. Поехали обратно, будет все знать. Налил теплую водичку в поилку, уже холодно. А так, в принципе, сносно, теплые носки. Если ботинки не мокнут, вообще зашибись. City Crossfire 2. Ништяк. Там нас подождешь, мы сейчас подъедем. А я не помню где. Ну нормалек, нормалек.
Паха сейчас тут пируэты выдавал. Там все перекопано, сейчас вот здесь пути. Пути для отъезда, проезда. Вот он, хребет Чиндалаза. О, нихуя тут размыло. Самое затычное, как попасть. Да я помню, ты же здесь сам это закопал. Мы на подножье, можно сказать. Вот поедем туда наверх, вон туда. Вот мы и заехали. Да ладно, что ты? Пети пофигу, смотри, что творит вообще. На моцике. На моциках. Это не я, я их не знаю. Как оно? Паха, как впечатление? Ну все, покушали, отдохнули, можно ехать дальше. До самого низа не едь, мы там справа свернем, я другую дорогу знаю. Я понял. Ну можно помедленнее поехать, поснимать. Красиво же. Вон туда мы забирались наверх. Вот решил встать пацанов подождать.